Начиная еженедельное аппаратное совещание, глава муниципального образования Зайнуддин Акмазов обратился к дежурному по городу заместителю главы администрации Исмаилу Дадаеву доложить обстановку в городе, о том, в каком направлении необходимо улучшить работу. В своем докладе Исмаил Дадаев рассказал, что за время дежурства было принято несколько обращений от жителей разных микрорайонов города на длительное отключение электроэнергии и водоснабжения. Также было принято обращение от жильцов дома по улице Воинов Интернациональных. Эти люди плачут, просто плачут от того, что нет тепла. Там же дети замерзают. Я вам неоднократно говорил это, вы говорите, мы тепло даем до дома, а внутри мы не знаем, что творится. Но там котельная рядом. Рядом котельная. Неужели нельзя разобраться с этим вопросом? Комментарий по вопросу отключения тепла в многоквартирном доме по вышеуказанному адресу высказал директор ОАО «Теплоснаб» Даитбек Султанбеков, отметив, что по данной проблеме неоднократно был совершен выезд комиссии в составе представителей управляющей компании Управления коммунального хозяйства. В ходе проверок не было выявлено нарушений со стороны ОАО «Теплоснаб». О необходимости решить данный вопрос в ближайшее время высказал глава города Зайнуддин Акмазов. Вы комиссионно поехали туда. Но почему нельзя было подняться, зайти в этот дом, в какую квартиру не поступает тепло? Ну разберитесь, у КХ есть сегодня? Сегодня к 4 часам зайдите в этот дом, комиссию создайте, узнайте, какие квартиры им подходят. Но если до дома тепло доходит, это вопрос не теплоснабу. Если в доме тепла нет, значит там что-то внутри творится. Но выясните, что творится. Этим управляющая компания должна заниматься. Если управляющая компания не занимается, пишите инспекцию жилищную, которая должна контролировать работу управляющей компании. В продолжении совещания начальник финансового отдела Магомед Шахвеледов доложил о том, что задолженности по выплате заработной платы за 2016 год не имеется. На данный момент сметная документация всеми учреждениями и организациями предоставлена. Обращаясь к руководителям в сфере коммунального хозяйства и ответственным за состояние дорог, глава города Зайнуддин Акмазов обозначил о необходимости усилить работу по очистке городских улиц от снега и своевременно принимать меры по устранению гололеда на аварийных участках. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».